Майловский парк. Мое путешествие начнется отсюда. Все эти настройки, петлички. О, прикольно. Видите, как будто издалека. То есть вот идет трамвай, и вот через это он все проходит. Давно я тут не был, на самом деле. Он и местного масштаба. Но самое главное, что много цвета. И интересно. Прикольно. Интересно достаточно. Полок, вот это все истории. Всякие штуки с мороженым. Прикольно. Атмосфера, на самом деле, мне нравится. В этом что-то есть. Мне кажется, сейчас пойдет дождь. Да, сейчас пойдет дождь. Кажется, сейчас пойдет дождь. На самом деле, смотрите, вот себе елки. Блин, я не понимаю, я живу, чтобы вы понимали, в двух просто станциях. Я мог сюда идти, просто вот встать там, за опушкой, снимать видео. Причем у меня вот один парк, рядом, собственно, возле работы Телецкий парк. Потом рядом еще, где Новогиреев, о, этот, Измайловский. Ну, вот этот, по идее, проходит. То есть тут куча парков. Пожалуйста, только было бы желание. Я вот в шоке. На самом деле, Москва самый прекрасный город вообще на Земле. И чтобы вы понимали, это всего, это даже не ехать, это не ждать, это не 5 минут, это не ехать, как там в регионе на маршрутке. Это просто сел в метро, 2 секунды, и ты, собственно, в этом парке. Конечно, в Огиреево далеко идти, но тут... Ой-ой, дождь сильный. Эти дождь сильный начинается, прям серьезно. Надо как-то укрыться, не знаю, как теперь укрыться. Там столбом стоит. Там дождь стоит столбом. Обалдеть. Но здесь из-за деревьев на меня особо ничего не попало. Вон гром. Блин, ну как всегда повезло. Реально вышел и дождь. Такое. Трамвай. И укрыться в трамвае от дождя. Понятно, будет дождь, не будет. Будет он сильный, усиливаться. Или он сейчас быстро пройдет. Это одна тучка. И все. Жесть, подфартил. Ну ладно, зато я теперь знаю, куда идти в следующий раз. Там есть остановка. Вон. Знаю. То есть пока я доехал на этом, на трамвае, собственно, дождь закончился. Ну, легкие есть совершенно. Пойду пешком, что делать? Снимать футажи пешком. Достаточно светло и прочее. А я уже думал поехать домой. Ну просто, как это понимать? Ну, красиво, Анна. Нужно снимать футажи. В принципе. Интересно. Ехал домой. Все-таки. Вот, пожалуйста, куча футажей интересных. Красиво. Меня тянуло а-ля к природе. Собственно, я все гадал и думал, куда ж мне надо съездить, а-ля поход, не поход. Оказалось, находилось просто в двух станциях от меня. И то есть вот тебе вся эта природа, куча лесов тут, вот смотрите. То есть, ну не Бали, пожалуйста. Куча всяких деревьев, посадок красивых. Кайф. Вон еще и поезд приезжает.
как будто лапки котика. Так этого не хватало. И видите, самое парадоксальное, что я это получил, не уезжая никуда из Москвы. Не город, а сказка. Просто вышел, проехал две станции, и вот, пожалуйста, парк. Проехал бы чуть побольше станций, еще один парк. Еще побольше станций, еще парк. Это огромный парк, на самом деле. Тут куча зелени. Мне просто нужна была вот эта зелень. И, кстати, здесь, я думаю, не всегда много народа. То есть, пожалуйста, взял с собой штатив и снимай себя. То есть, вот тебе это единение, которое мне так не хватало, якобы. Красиво. Там очень красивый такой свет, падающий в листы. Надо на самом деле меньше пить кофе. Она достаточно все-таки вредная. Вот. Вот тебе, пожалуйста, эти футажи. На покрасе они будут вообще, мне кажется, восхитительны. Тоже красивый достаточно кадр. Тоже какая-то опушка. Надо найти такой а вот, пожалуйста, красная машина. Короче, мне надо подснять красную машину. Вот уже три проехала. Надо, чтобы она практически была одна на зеленом фоне. Это было просто потрясающе для футажа. Ну вот сейчас едет оранжевый грузовик. Тоже вполне. Можно на конях кататься, если хотите. Все такие вежливые, на самом деле. Уступают дорогу. Типа, снимай, если снимаешь, раз ждут. Даже порой неудобно. Thank you.
Остановилось время. Здесь как будто не город. Здесь как будто деревня. Просто природа. И забыл, что, собственно, я еще должен идти вдоль трамвайных путей. А тут трамвайных путей нет. Ну ладно, куда-нибудь выйду. Просто идешь прямо, и все. Парк этот на самом деле огромный. Я все жду, что я приду к тому месту, откуда я начал. Но потом я вспомнил, что путей нет. Странно, значит, не проходит маршрут. И тут меня осенило, что здесь просто не едут трамваи. Трамваи, оказывается, в ту сторону. То есть я уже сейчас прошел больше. О, классные футажи. Весьма интересно. Тут мне вспоминается сразу Подмосковье, когда я на фестивале каком-то работал. В кофейне. Мои зеленые кроссовки. Ой, белые кроссовки. Ждет. Проход в парк. Ставить камеру, сесть вот на эту штуку, ну только что-то подстелить и разговаривать. Вот вам и атмосфера. Я очень рад, что я нашел и открыл для себя этот парк вновь. Причем я тут был сотни раз, чтобы вы понимали. Просто за пройденными годами все стерлось. И я забыл. Я думаю, также и Терлецкий парк тоже прекрасный. Комаров дико много, на самом деле. Вот, по идее, близко к началу парка. Знаете, самое парадоксальное, что когда ты останавливаешься, сразу начинают есть комары. То есть, если ты идешь, то такого, в принципе, нет. Как это работает, не совсем непонятно, но вот как-то так заведено.
есть велосипедная дорожка. Какой-то ангар. Ангар не маленький. Да, восхищает. Атмосферно. Это машина, как мини-дом. Парка, насколько я понимаю. Вот я и добрался. Весьма увлекательное путешествие, пройдя 2 метра от дома. Но это было... Я даже успел потеряться. Прикольно. Забыл найтись, конечно же. Я нашел дорогу быстро. Колесо обозрения. А, тут же есть колесо обозрения. Я удивлен. Тут, походу, все есть вообще. Все, что только можно Собственно, я и выхожу из этого парка, постепенно иду. Вот и город, собственно. Тут уже метро. И мое путешествие заканчивается. Красивый переход, как я понимаю. Стеклянный. Ребяточки, вот я и приехал домой. Собственно, влог закончился. На камеру, в данном случае, что под рукой, на то и снимаю. Вот как-то так.